Ремонт дорог в разгаре. Подрядчики приступили к нанесению разметки. Линии уже появились на 40% проезжей части. До конца этого лета разметку планируют нанести на все дороги города. Подрядчик нанес уже больше половины разметки на пешеходные переходы. Свеженанесенные зебры можно увидеть на центральных улицах города. Накануне на проезжей части начала появляться и осевая разметка. Сейчас работы ведутся на Архангельском шоссе, проспекте Труда. Ночью линии нанесут и на улице Южной. Работы должны быть выполнены подрядчиком до 15 сентября. Вот в результате погодных условий будет какие-то, будем переставлять уже, меняться график. А так у нас согласно графику эти работы ведутся. И плюс вот где ремонтные работы тоже, значит, мы разметку будем наносить после того, как там ремонт будет пройдет картами и турбо. Разметка наносится после официального принятия ремонтных работ. Не отремонтированные дороги покрываться эмалью не будут. Также в комитете ЖКХ заключили контракт на установку автобусных павильонов по пригородным шоссе. Работы должны начаться в ближайшее время.